красота борьбы, ценность испытаний, ценность состояния, когда вокруг никого. Только ты и твоя тень в ожидании, что же ты сделаешь, когда все вокруг говорит тебе сдаться. Что же заставляет идти дальше? У меня нет имейла сегодня. В руках нет куска бумаги с вопросом от кого-то. У меня их сотни в голове. Люди просто ставят крест на себе, понимаете? С таким потенциалом. С таким... Эти люди, они... сдаются так быстро, только какая-то минимальная сложность появляется, и люди сразу... Это испытание вашего характера. Вот что, проверка на вшивость. Так назовем выпуск. Какова истинная ценность вашей мечты? Потому что в состоянии покоя, когда все спокойно, умиротворенно, тогда-то мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, кем мы хотим стать. Мы с легкостью об этом думаем, фантазируем в тишине, когда ничего нас не сковывает. Но как только сердце начинает колотиться, финансовые проблемы возникают, долги, какие-то счета, давление...